Стало известно об ограблении дома главы Роснано Анатолия Чубайса. Здание находилось под охраной технологии «Умный дом». Ограбление произошло еще летом. Ущерб оценивается хозяином дома в 70 миллионов рублей. Злоумышленники вынесли оборудование для «Умного дома» и 13 телевизоров. Возможно, Анатолию Чубайсу стоило воспользоваться технологией разработки другой компании. Сейчас этим занимаются не только коммерческие фирмы. Казанский федеральный университет занимается проектом разработки своего «Умного дома». «Умный дом» — это информационно-аналитическая система, которая обеспечивает автоматизацию многих процессов, которыми, в общем-то, сопровождается эксплуатация жилых помещений, промышленных сооружений. Проект проводится Институтом вычислительной математики и информационных технологий. Он будет реализовываться на кафедрах анализа данных и исследования операций, технологий программирования и информационных систем. Помимо этого, ожидается партнерство с другими институтами, заинтересованными в проекте. Такой широкий охват структур университета связан с широтой работы. Проекту необходимы специалисты в областях информационных систем, аппаратной составляющей и программирования. Казанский федеральный университет каждый год нарабатывает новые партнерства с промышленными компаниями. Поэтому средства и ресурсы для разработки такого проекта доступны вузу. Уникальность, ну, это, конечно, та самая буйная, неудержимая фантазия наших студентов, которая позволит найти некоторые интересные инновационные подходы и решения к построению системы, причем не только с точки зрения такого инженерного проектирования, но и коммерциализации этих решений. Для студентов Института вычислительной математики и информационных технологий это отличный проект для повышения своей профессиональной квалификации. Технология «Умный дом» может использоваться на благо Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Ленар Давлетьяров, Универньюз.